Но знаете, как играть с командой первого дивизиона не так легко, если честно. Но игроки, самое главное, выиграли, забили 5 голов, и никто не получил травму ни с нашей стороны, ни со стороны Сердария, поэтому игра прошла хорошо. Что касается качества футбола, могло гораздо лучше, конечно. Вопрос, пожалуйста. Клуб басшылары да сол жерде жатсы. Клуб басшылары кандай шоуга чыгып жатты? В плане команды участия в Кубке страны, какой этот команду цель поставили перед? У нас 19-го игра против Дуслика. Наша задача выиграть и выйти из группы, а потом, конечно, каждую игру будем биться, чтобы прошли дальше. Как будто можно дальше. Вы настолько удовлетворены своих легионеров, которые в этом году приобрели команду? Вот желание, чтобы они были лучше, чтобы лучше играли, чем то, что показывает до сегодняшнего дня. Состояние Забихулла Урумбаева какова и когда он вернется в поле? Вот это наша больная тема. Его не хватает, и он еще не будет тренироваться с командой, но ожидаем, что в концовке месяца будет с нами здесь в Бек-Абаде и начнет тренироваться с группой.